Всем приветик! Это я, Оля, из Греции, а вы на моем канале Flower Therapy, цветочная терапия. Вот, я снимаю себя уже очень поздно в доме, тут освещение плохое. Я вот такая вот уже собираюсь спать. И вспомнила, что я не сделала вступление поздно ночью, представляете? Вот такой у меня был сегодня день, скажем, насыщенный. День садовода. Весь день возились в саду. Что только не делали. И забыла. Вот такая вот я забывайка. Так, сегодня 12 сентября. И это какой влог? 105 или 106? Что-то такое. Так, что хочу сказать. Эта неделя была очень разнообразное, было и хорошего, и плохого. Плохого вообще не касается, скажем, меня, моей семьи, но касается моего мужа. И, ну, в общем, ушел человек на работе, как сказать, сотрудник. В общем, и уже похоронили вчера. Вот так вот. И были мы на красивом вечере, на концерте. Я тоже обещала рассказать вступление. Ну вот забыла и не рассказала. Так что вы смотрите. И пишите мне в комментариях, там, где Толя была, а что это такое было. Ну, я отвечу. И постараюсь ответить еще словесно в следующем влоге. Вот с завтрашнего дня прям вот. С понедельника я уже расскажу, что было, как было, но забыла, извиняюсь. Я хотела рассказать мои впечатления, мою, как сказать, мой энтузиазм. Ну, в общем. И жду комментарий по поводу кого? Беленького? Пишите, жду ваши. Я хочу... Ваши отзывы, что вы мне напишите, мне очень интересно знать. Мы тут с этой игрушкой играемся, играемся, не наиграемся. Вот так, полюбили всей семьей. Зак уже не может, уже привык, не может. Если кошка куда-то убегает, он страдает, ему скучно. Вот так вот. Все, больше ничего говорить не буду. Смотрите этот ролик. И, конечно же, ждите следующий. Среди недели обязательно будет еще что-то покажу. Не знаю что, но обязательно покажу еще что-нибудь. Все, всем хорошего просмотра. Самое главное, хорошего настроения, здоровья. И все, пока. Вот так решила я начать влог. Смотрите, кто у нас в гостях. Помните? Я говорила, что проходила кошечка. Я прервала съемку, посмотрела, досняла, а потом пошла привлекать кошку к нам во двор. Конечно, Дзак гавкал. Вот кошка боялась, убежала там напротив к соседям. Но я ее завлекла едой, колбаской. И взяла в руки. И с того момента она здесь. Получается, в общем, пол вчерашнего дня, пол воскресенья и вот сегодня утро. Приручаю, не то что приручаю, кошечка очень-очень такая, как сказать, ласковая, податливая, как сказать, идет на руки ко мне пришла, кушала с рук у меня, ела вот. Только с Дзаком вот сейчас у нас вот так знакомство. Зак, не подходи к ней, она тебя поцарапает. Постоянно ему говорю, что она его поцарапает, потому что она себя защищает, моя маленькая. Вот такая кошечка прибежала и сама, в общем, напрашивалась ко мне. Я безумно рада. Посмотрите, какая это красотуля. Посмотрите, какая беляночка голубоглазая. Я обожаю таких кошек, просто обожаю белых. Вообще обожаю белых зверей и собачек. Вообще люблю светлых, как вы поняли. Пси-пси, Нюля, мы тебя еще покажем. Если она у нас останется,
Если она у нас останется, конечно, вы будете ее видеть. Ой, какие у тебя глазки, я тебя обожаю. Так. Вот, Дзак пока ноет, не знает, как реагировать. Ну, он вроде не ревнует пока. Вот что меня удивляет, он не ревнует. Я ее вчера очень много на руках держала. Он подходил, нюхал, она хочет его царапать, в общем. Ну, вот так вот. Имя еще не дала, не знаю, если она останется, что у нас будет. Но ночь она проспала тут. Я ей сделала, в общем, местечко. Дзака слежу, чтобы он к ней не подходил пока сильно так. Да, она сама себя защищает, так у нас ветер. Ну, вот такое вступление, в общем, с кошечкой. Кошечка, кита, кита, какая ты красавица, ты такая нежная, она такая хорошая, такая нежная, такая лапочка. Ты моя маленькая. Ну, все. Так, понедельник, 6, так? 6 сентября, у нас ветер. Так, я прикрываю тут, чтобы ветер, шум не попадал в камеру, ну, в общем... Да, планы были на сегодня много чего в саду делать. У нас вроде и тучки какие-то, вот вроде обещают дождь. Мне надо кое-что сделать. Да, Коля, идем, идем. Вот что мы еще вчера привезли. Куда, когда поехали за инжиром, потом по, как сказать, там по окрестностям, в общем, поездили, поискали камни и нашли вот такие вот хорошие камни, коричневые. Смотрите, какие хорошие, такие вот неровные, чуточку такие вот. Вот мне надо вот это вот место закончить, вот тут все камнями обложить. Конечно, сейчас не будут все одинаковые, там разные, тут будут коричневые. Ну, мне, в принципе, это не мешает, что не одинаковые камни. Лишь бы докончить вот это вот, чтобы Дзак туда сильно не лез. И смотрите, смотрите, смотрите. Дзак, аккуратненько, она тебя поцарапает. Она тебя поцарапает. Эль, идем, идем, идем ко мне. Эля Семена. Идем. Идем ко мне. Ой, смотрите, не хочет, а? Ах ты, скотуга. Идем сюда. Нет, нет, идем ко мне. Кусает меня теперь, смотрите. Ай, так ты меня всю царапала. Я вам покажу, что она со мной сделала. Дзакули. Идем, идем. Дзакули, оставь ее. Оставь, я ее заберу. Эля. Идем ко мне. Идем ко мне. Идем ко мне, не кусай меня. А-а-а, кусучая. Псипсина, посмотри на нас. Посмотри, какая ты хорёсенькая. Ну вот, пока я ее вот в таком ящичке пристроила, тут Зак ее не может достать. Она тут спит. Смотрите на мои руки покалеченные. Она меня всю исцарапала, всю искусала. Сейчас покажу ей лицо. Ну ладно, мы ее прощаем. Она маленькая, боится. Какая ты чистюля, как все кошечки, да? Вот что мне нравится в кошках, что они такие чистенькие, какие аккуратненькие, как они себя любят чистить. И беляночка совсем, такая беленькая, белоснежная. Маленькая. Давай на твои глазки посмотрим. Давай на твои глазки посмотрим. Голубенькие, красивенькие. Ну, такая белоснежная. Разве можно ее оставить? Ой, она меня пришла ко мне, а я ее как бы заберу? Забрала. Эй, Сипсина. Ну ладно, оставлю я тебя, ты чистишься. Ой, какая тихолёсяя. Тихолёсяя, да? Ой, какие лапки у тебя прекрасные. Ой, какая ты хорошая, какая ты нежная. Да, ты нежненькая, какие у тебя розовые ушки, розовый носик. Дзакули, ты пришел? Дзакули пришел. Идем. Стой, стой. Кать, Кать, садись, садись. Спи, ты спи. Ты спи. У меня дела есть, а ты спи. Мы с Дзакули пойдем во двор. Угу. Все, ложись, ложись. Видите, она слушает меня уже. Ой, ты да умница. Дзак, Дзак не может. Все, надо видеть. Ложись. Ложись, моя хорошая. Спи, спи, кимись. Я с ней по-русски, по-гречески, чтобы она понимала меня. И на обоих языках. Спи. Дзакули паме. А вот и мои царапины. Видите? Вот так вот. Так, самое главное, что пока у нас тишина. Ветер такой. Перекусила. Позавтракала.
До этого помыла я вот это вот все. Сейчас я вам покажу, переключусь. Ну-ка. Нет. Мыла я все вот это вот. Скоблила этим, как его. А потом щеточка еще. Потому что вот эти вот все попадали и вот сюда. Видите, вот тут есть такие. Вот. Видите? Вот. И все, в общем, пришлось вручную. Долго-долго-долго мыла. Хорошо вымыла. Мне нравится сразу делать все аккуратно. С первого раза все помыть, чтобы потом ничего не было. И вот так вот чистенько. Пока еще кактусы пристраивать не буду, потому что... что еще? А может и буду, может и буду. Вообще муж уже закончил вот тут. Там кое-что он собрал, что висели какие-то шнуры. Ну, это все закроется, он сказал, на следующий год. Эти коробочки, шнуры, все это будет, не будет видно. А пока вот так. В этом году. Ну вот, потихоньку, наверное, все-таки я смогу пристроить кактусы. Ну, у него есть еще работа чуточку наверху. Там вот эти углы, скажем, их надо еще закрыть. Мы купили дополнительные. Вот этот вот, как его называют, асфальтико его называют, вот это вот. В общем, вот так. Тут вокруг помыла, вон уже в ряд. Стоят кое-какие кактусы. Ну, еще, в общем, они будут с места уходить. Мужу, наверное, будет мешать. Солнце вышло. Ушли тучки. Обещали дождь. Тучки ушли. Никакого дождя сегодня не будет. А я возьмусь за вот эту зону. Мне надо ее освободить, потому что муж тут начнет делать. Видите, вот тут у нас был... Вот это вот была вот тут. Вот тут вот она, которая будет сюда. Тут у меня будет... раковина на моем, как сказать, тут у меня будет, как я вам говорила, рабочий стол, и в нем будет раковина. Все это будет высоко, чтобы не нагинаться, чтобы можно было стоя стоять, не корячиться, не портить свою, как сказать, поясницу, хватит, сколько она у меня болит. А вот тут вот так вот отдельный кран для вот этого шланга, скажем. В общем, теперь все надо освободить. Пересадить надо. Вот тот кактус я еще не пересадила. Тут все перебрать, перемыть, что-то выкинуть, что-то убрать. Сейчас я за это возьмусь. И... Косечка, Зак, смотри. Ну что ты? Что тебе надо? Ты мне не даешь снимать. Тот Зак ты давал, теперь ты мне не даешь. Сиди там, а? Сиди. Сиди. Красавица, какая ты белая, какая ты красивая, какая ты блестящая. Смотрите, какая. Можете определить ее возраст примерно? Смотрите, ну вот моя рука, да? Как определяется возраст? Смотрите, какой она величины. Она у нас девочка. Ой, что-то упало. Девочка. Я вообще не умею определять возраст. Ну, конечно, она еще не годовалая точно. Я уверена. Сколько примерно ей? Давайте посмотрим. Вот такое вот личико у нее маленькое. Можете понять, какой у нее возраст? Ой, что ты там свалила? Вот такие ножички у меня маленькие. Сколько мне лет, интересно? Лет, говорю, месяцев примерно. Если вы нам скажете, мы будем очень-очень довольны примерно знать. Ну все. Что-то у нее животик пухленький. Мне это не нравится, но я не думаю, что ее она может быть. У нее пополнение, она еще маленькая. Может, просто хорошо ест? Вот так пошла она. Сегодня вторник. И чем я занимаюсь? Варю варенье, вот еще одну кастрюлю. Вчера я проварила один раз, теперь сегодня буду доваривать. Смотрите, смотрите, сколько я собрала из тех, которые мне нравятся. А такие, которые были свежие, муж уже съел их. Вот, за 2 дня их схряпал. А у меня еще есть. Я всего вот столечко съела. И маленькие, и не могу много есть. Муж поможет, ничего. Вкусненькие. В этот раз были больше вот такие вот именно. А варенье, да, решили сделать еще, потому что мы угощаем. И чтоб нам хватило на зиму. И на весну, пока мы пьем чай и, в общем, кушаем варенье. А вот, решили еще сделать.
Показала, какие камни я привезла. А, еще я своего рогатого не показала. Ну, покажу, покажу. Вообще, выйду покажу, пока ветра нету, потому что у нас ветер. Давайте покажу вам, что мне натворила кошечка. Вот тут у меня стояли все мои горшочки. Сперва она мне уронила один, вот этот. Вот сюда он упал. Ей в этот, ну, вот где я сделала, чтобы она спала. Ну, я подняла, поставила на место, отругала кошку и зашла в дом. Это было вечером, когда мы уже зашли. Ох. И слышу опять, вот мяукает, слышу опять какой-то шум. Она свалила уже три горшка. Этот и там вон еще один. В том не нашла, что было, не знаю. Вот это вот сломалась палочка, ножичка, вот она. Там она лежит внутри. Вот. И вот это перевернулось. Продолжаю, продолжаю. И, в общем, пришлось мне все горшки оттуда переставить на стол. Боюсь, что и отсюда вас скинет. Ну, ладно. Тут у меня так были попорченные какие-то. Надо было, в общем, что-то рассадить, что-то сделать. Что-то болеет надо. Все-таки надо было мне их это приводить в порядок. Вот этот жалко, что сломанный. Ну, укореню опять. Пока не буду ставить, потому что вот так вот. Все в земле, она все разлетелась, у нас ветер. В общем, ну я знаю, что кошечки делают такое. Знаю. Посмотрим, насколько хватит мое терпение. У меня такое было и в городе. Кошки приходили мне, что только они делали. Соседские кошки, не мои. Ну вот тут я вчера убрала. Вот тут муж попросил меня убрать вот это вот, что тут был столик. Ну вот этот был вон там. Мы его убрали, потому что обещали дожди, чтобы он не мочился, пока он стоит тут. Это мое рабочее место. А вот это вот каркас для моего рабочего стола. Вот такой вот. И все будет оно застраиваться. В общем, дверьки будут, сверху будет раковина. В общем, будет все хорошо. Вот такой вот крупный, вот такой вот высокий, чтобы нагинаться мне не надо было. И вот такой вот широкий. Муж сказал, я не хотела такой широкий. Он мне сказал, пожалеешь, если не сделаю широкий. Зачем тебе это узенький? Широкий всегда будет удобнее. Я говорю, ну зачем мне тянуться туда? Не надо тянуться, будешь делать все впереди. Вот тут будешь ставить что-то, что там у тебя будут стоять, там всегда баночки, какие-то штучки у тебя есть. Ну, в общем, раз говорит, значит, знает, что говорит. Кошечка, ты где? Пс-пс-пс. Эй, ты маленькая. Зак за ней бегает. Она за ним бегает. В покое друг друга не оставляют. Ну, главное, еще вроде как-то неплохо. Так. А что убрала со стола вот тут? Что-то повыкидывала, что-то стоит. Надо перебрать, надо сделать. Вчера погода была отвратительная. Тут ветер, то солнышко. В общем, то я гонялась за собакой и за кошкой, чтобы они не дрались, с ними возилась. Что ты там нюхаешь, кактус? Не подходи. Ми. Колючий, колючий. Вот. С ними тоже надо заниматься, учить их воспитывать. Голубоглазый. А, мы обнаружили вчера, что это, оказывается, мальчик. Мы думали, это девочка, но вчера только обнаружили, что это мальчик. Хорошо, что я еще не успела имя дать. Что ты там нюхаешь? Что ты там нюхаешь? Давай мы смотрим на твои глазки. Давай посмотрим на твои глазки, мой хороший. Идем. Мальчишка, мальчуган ты, да? Такой нежный, такой красивый. Вот. Что я еще делала в саду? Ну да, поливали. Дождя мы не дождемся. Я вижу, и сегодня дождя не будет. Вот. Что-то еще муж делал. Ну ладно, не помню. Так, что-нибудь из цветущего. Пройдусь, покажу. Вот тут каночка у меня чуточку цветет. Вот это вот я обрезала. Она такая полулысая, но ничего, она растет. У меня герашка. Пеларгониум белый, красивый мой, нежненький. Вот он еще цветет. Вот такие вот зефирантусы. Вот тут вот невзрачные. Их тоже надо все в землю посадить, а я все не посажу. Они на пока в горшочке. И косичка, ты куда лезешь? Ты куда лезешь? Она везде лезет, везде лазит. Ой, мамочки, ты моя холёся. Ну, давай на тебя посмотрим. Давай. Пошли, пошли.
Пошли, буду показывать, что там еще у нас из цветущих. Ну, вот тут у меня все закрыто. Там цвела одна лубивия. Я вот так через клёнку посмотрела, увидела, пропустила. Была закрыта, не увидела. Ну, розочки вот чуточку. Такие больные розы, такие в этом году совсем плохие. Так, смотрите. Инотера цветет. Я ее всю обрывала, а все-таки корни остались и вышли. Что ты там делаешь? А вот этого чикаса я обрезала нижний, потому что они начали уже желтеть. Показывали, что все, нам надо уже, нас надо отрезать и новым силу. Вот. В общем, кошка тут ковыряется, сделает свои эти, вон, видите? Вот так. Вот это мне совсем не нравится, ну ладно. У нас есть еще другие места, кроме этих. Кушает хорошо. Зак на нее смотрит, тоже может чуточку больше съесть. Так, вот эти доцветают. Вот тут вот я посадила. А кажется, это показывала. Вот эти еще цветут. Вот этот обрезали, завязали. Наконец-таки. Так, что еще? Что еще? Вот этот я чуть-чуть подрезала. Вот это подрезала. Вот тут травку оборвала. Розочка тут вообще больная, там ей плохо. А вот это вот новенькая. Я ее название не знаю. Слышала, но не помню. Ну что ты там ковыряешься? И тут тоже. Ах, посмотрите, она и тут хочет делать свое это дело. Розочку посадила. Так? Вот, которую муж мой привез со свадьбы. Ну, что ты там делаешь? Сейчас я снимаю, а ты? Вот. В общем, ветер, я отключаюсь и продолжу. Ну, что с нашими зверьками? Закули? Как, подружитесь? Подружитесь? Пси-псинюля! Пси-псина! Я еще не привыкла, что он мальчик. Настроила себя, что это девочка, но такие мы, да. Не можем отличить мальчика от девочку. Вот. Но там не отличишь, как будто бы так было. Закули, закули, оставь, не трогай. Хорошо? Она играет, мой мальчик, она играет. Ну вот так, теперь у нас будут вечные игры, вечные буду его ругать, ее, чтоб не царапала. Закули, оставь ее в покое, оставь. Оставь ее в покое. Мы пошли цветочки посмотрим. Пошли. Так, я продолжу. Показ, показ. Не сильный ветер. Ну что, вот это у нас пришлось розу еще раз отрезать. Она уже дала длинные ветки. Пришлось обрезать, когда мастер чтоб делал, чтоб не... Ну, чтоб не кололся, чтоб не мешали ему. Но они опять нарастают везде. Вот они, посмотрите. Это роза, это не роза. Это сорняк. Так. Ну что, вот такие вот у меня бархатцы, что мне прислали. Марина прислала мне с Белоруссии. К сожалению, один сорт всего у меня выжил. Был еще один оранжевый принц какой-то там назывался. Арабии, что ли, не помню. Ну вот, тут все сейчас вместе. И розочка, и... Шалфей, да? Салвия, шалфей. О, вспомнила, как его по-русски зовут. Неужели? Как такое произошло? Ну, сработала голова, мозги. Вот они. Хочу, чтобы они насеялись, чтобы в разных местах у меня было. Ну, розочки не крупные, но они есть. Да. В этом году не могу сказать, что розы хорошие. Ну, ладно. Ну, тут что-то ромашка начинает. Тоже резала-резала, развалилась все равно. Режь, не режь там. Так, скоро будем вот эту вот выдирать, тут чистить. Так, что-то я близко сделала. И надо будет сажать вот там вот кактус. В общем, готовить место. Сегодня точно время нету. Не будет. Муж что-то чем-то будет заниматься завтра. Опять не будет. Ну, в общем, найдем время. Так, вот эти еще доцветают. Чуточку скоро буду я их, чтобы они зря силы не тратили на семена. Хотя вот конечики еще не все процвели, видите, еще и остались. Вот отцветают, а другие вот еще набирают цвет. Не полностью.
Так, вот тут надо чистить, еще не доберусь никак. Вот эту привязали еле-еле. Я туда пробралась, и мы ее привязали. Мы не могли ее просто завязать. Ветки отяжелели, одревеснели. Некоторые обломались, когда мы их натягивали. Вот, может, даже еще что-то там обломалось, я не вижу, не знаю. Ну, вот пока вот такой фонтанчик. На следующий год я еще буду думать, если я его оставлю здесь. Если он так по-дурному будет расти, ну, не место ему будет просто. Забил розу там, все забил, в общем. Кошечка, смотрите, смотрите. Кошечка. Вот так вокруг меня вертится постоянно, трется. На руки берешь, чуть-чуть посидит и убегает. Не хочет долго сидеть. Так, вот это еще вот тут вот цвет тоже набирает. Уже листья обгорели от солнца, а цвет еще не цвел. В общем, тут хризантемы потихоньку скоро тоже вот все уже нарастают, потихоньку скоро начнут они бутониться. Дойдет очередь до розы, вот эти дни перейду сюда. Я вот тут все закончила, с этой стороны очистила по очереди. Кустарник вот этот обрезала, все почистила и перейду на эту сторону тоже один день. Надо будет один вечер, посмотрим, может сегодня. Когда погода, в общем, будет позволять, тогда и буду делать. А вот, ну вот такие вот дела у нас. Ой, посмотрите на них, посмотрите. Ну, везде тут у нас еще вот так вот все не убрано, потому что еще не закончилось. Как мне нравится вот эта вот картинка. Кошечка с собачкой, чтобы дружили. Я мечтала такое. И надеюсь, у нас такое получится. Но не знаю, то, что он мальчик, и мальчик это имеет значение. Не имеет. Кошечка очень умная, очень хорошая. Просто она себя защищает. Да, моя красавица? Ты мой красавец. Ты он, да? Ты кошак. Ты кошак красивый. Ну, посмотрите, какие глазки вы посмотрите. Дзакули просохи. Смотрите, как она меня любит кусать и царапать. Дзакули, не подходи, не подходи. Где ты заморалась? А, где ты заморался? Ты где заморался? Посмотри, что ты себе сделал. Где ты лазил? Дзакули оставь. Дзакули. Смотрите, смотрите, смотрите. Они играют в кошки-мышки. Кошка с собакой. Дзакули, оставь ее в покое. Видите, как она себя защищает? Царапнет она тебе глазик твой, больной. Я не помню, если я говорила. Кажется, я сняла, но не показала тот момент. Было много очень. У него глазик как воспалился, был это, как сказать, воспаленный. Он ночью не спал. Отвели мы ему, нашли воскресенье ветеринара, не нашего. Нашли, в общем, выписала, прописала этот капельки закапывать. А он боится, кусает меня, убегает, не дает капать. Мамочки, какое мучение, чтобы закапать ему капельки. В общем, лечим глазок. И вот я теперь боюсь, чтобы кошечка ему еще этот глазок не поцарапала. И вообще, чтобы не исцарапала. Меня-то она уже и царапала. Где она прячется? Ты где прячешься? Ну, этот влог будет в мире животных прям. Прям в мире животных. Ну, вот для полного счастья нам кошечки не хватало, да? А потом козленка, а потом курочек. И у нас что только не будет. Шучу, шучу. Хотя мой муж хочет курочек уже давно хочет. Так, ну все. Вот такие вот у нас дела. Что-то делается, что-то нет. Погода сейчас нас совсем-совсем сбивает с толку. Зак, а горе ему. Ты у меня самый любимый, самый хороший.
концерт. Мы с мужем на концерте. Смотрите, какая красота. Театр называется «Ировио». Был концерт, не разрешала снимать, но я сняла чуточку в конце. Красота. 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 Авло, как тебе понравилось? Ну, вот так. Все поснимаю, покажу. Освещение пока есть, буду показывать. Павло, ну тут очень красиво, мне понравилось. Я не знаю, как это смотрится днем без людей, но ночью с концертом тут была красота, просто красота. И такая акустика, да? Акустика, видишь, какая хорошая была? Без никаких усилителей, без ничего. Видишь, как было слышно хорошо? Просто замечательно. Вот и Парфенон. Очень-очень красиво. Переживали, что будет дождь, ничего не было. И просто нам повезло. Ну все, остальное расскажу дома. Так, мы спускаемся. Я трогаю камни старинные. Вот они. Так делаю, как будто первый раз. Ну, конечно, я тут была и в Акрополе, и везде, и не один раз. Но в этом театре никогда. О, высота. Павло, как тебе? Очень хороший вечер был. И вот старинный мрамор. Тут, наверное, ходили, это как и древние философы, да, математики. И теперь мы проходим. Вот так вот. Так, спускаемся. Ой, мне так интересно все вам показать. Так. О. Вот так вот. Все, на спуск. Ну вот, поснимаю вам еще сдалека. Спустились. Ой, Акрополь красиво видно. Да. Вот там мы были. Знаете, тут такая атмосфера интересная, удивительная. Я не могу ее объяснить. Вроде, ну, старина, да, вот это вот все. Ну, как-то вот что-то вот особое ощущение какое-то все-таки. Только не в жару сюда приходить, конечно, а то тут можно просто упасть. А вот вечерком как хорошо, или рано утром. А вечерок прохладный, хороший. Такой. Ну ладно, поснимала. А, вот тут был вход. Так, что-то замутнело. А вот. Еще изучаю камеру. И Ровио. Тут смотрите, какое
Из-за этого я не могу ровно идти. Спускались мы, и вот это вот проходим мимо музея. Как это называется музей, Павел? Музей Тисакрополис. Музей Акрополя. Вот так он и называется. Там вообще красота. Вся Древняя Греция там. Да, там чего только нету. Вот там вот красота. Ну, жаль, что в таких местах снимать ничего нельзя. Я бы давно приехала, поснимала и показала. Хотя мы когда тут были, ну, несколько фоточек мы все равно смогли, пока нас никто не видел, сделать. Но все равно очень-очень ругают, очень следят за этим. И сейчас в театре тоже не разрешали, очень-очень строго было. Не смогла я даже чуточку ничего заснять. Вот. А вот напротив Акрополь, видите? Да. Павел, давай, показывай. Вот там Акрополь. Да, вот она. Вот Акрополь, а вот музей. Раньше музей был прям вот там, вот где Акрополь. Там наверху маленький музей. Теперь он большой. Перенесли туда очень много с Акрополя, сняли какие-то детали. И все, они в музее находятся. Ну, чтобы сберечь, в общем. Тут, в общем, атмосфера очень, очень приятная, очень такая вот своеобразная. Нам нравится. Изредка приезжаем мы в самый центр, но приезжаем. А современные музей, если будете в Греции, обязательно посетите. Обязательно, не пожалеете. Очень современный, очень большой, очень красиво внутри. Вот так вот. Ну, как сказать, из самых лучших музеев, самых современных. Давайте чуточку метро вам покажу наши. Подземный, Вот так. А, смотрите, как у нас интересно в метро. Сейчас чуточку покажу. Видите, какая красота. Экскурсия вам маленькая. Видите, статуи. Кто без головы, кто с головой, кто без рук, кто без ног. Красота. Пошлите дальше. Давайте чуточку вам покажу. Так, этот мост как называется, Павло? Это станция Акрополи называется, вот. Потому что она возле Акрополя. Смотрите, Это все нашли тут, когда рыли, скажем, когда были, копали все это для метро, эти места, все нашли, что под землей вот тут оно и лежит. И не только тут. Во многих этих, как их, станциях. В общем, в Греции, где не рой, везде что-то старинное найдется. Это точно, я вас уверяю. Но мы еще ниже. Все ниже и ниже. И вот чем ниже, тем и мне неприятнее. Чувствую, что давит земля на меня. Ой. Вот такие мы страшные в масках. Макияж одно, другое, эти маски. Ну, что поделать? А все, мы пришли. Теперь будем ждать. Отключаюсь. Пока мы ждем. Посмотрите на эту красоту, как я его люблю. Как он разлегся. Смотрите, красавица. Ой, какой ты кудрявенький. Эй, микрули, эй, а лап ему. Эй, какой ты хороший. Так ложится, как будто у себя дома. Павло, скажи, чтобы он посмотрел. А вот, смотрит, А лап ему. Люблю я эту собачку, эту породу, очень она мне нравится. В принципе, я такую и хотела всегда. Но потом мы нам сказали, что это домашнее, нельзя там на улице. В конце концов, Дзак наш тоже домашний. Сегодня пятница. Это не Олины истории, не Flower Therapy. Это в мире животных уже передача. Передача, говорю, канал.
Вот она наша черепашка. Кошечка лежит, на нее смотрит. Главное, Дзак следит за кошкой. Кошка за черепашкой. Вот так вот у нас. Смотрите, какая она крупная. Какая она крупная стала. И выросла моя хорошая. Поела, дала ей грабтупеталум. Косечка. Косечка. Ты умница. Ты умница. Ты такая шустренькая. Она мне столько всего тут делает. Ах ты, ах ты. Черепашечка моя, ты хорошая. Какая ты у меня крупненькая стала. Ей уже 3 года, как она у меня. А, подобрали мы ее, не знаю какую. Ну подожди, куда ты в камеру лезешь? Подожди. Смотри, смотри, подожди. Не кусай, кусучая. Дзак, кусает нас и царапает, да, постоянно? Мы ее любим, а она... Чё ты мяукаешь? Что тебе не так? Иди. И еда есть, и пить есть, и все, что хочешь есть. Эля, кусает, смотри. Ты чё меня кусаешь? Ты чё меня кусаешь? Не хочет, чтобы я ее трогала. То она хотела мне на руки, то она не хочет. Так, ну вот, открыл мне муж теперь. Вот тут вот, что мы закрывали от дождей. Вроде ливни должны были быть, оберегала. А у нас моросило, можно было и бы оставить, напоились бы. Так, кошка с дерева прыгнула на эти растения, на клеенку, которая тут была. И главное, не куда-то вот сюда, скажем, чтобы я не было мне жалко, прыгнула вот сюда, где андромискусы, и повредила мне. Вот этот вот, смотрите, все листики упали, а вот тут вот стволик, это у него длинные вот эти вот были, длинные, красивые вот такие вот. Вот так вот. Главное, андромискусов у меня много. Вот тут у меня, скажем, да, одинаковые. Вот упади ты на эти. На эту, нет, на эту, которая была один, и тут один, всего один экземпляр. И на вот этот чуть-чуть она их помяла, но вот эти вроде как не сломались. А вот эти вот все, особенно вот этот, не осталось ни одна живая на ней. Теперь буду укоренять их заново. В общем, прям зло, зло взяло. Ну ладно, сейчас они там внизу. Так, ну зато теперь могу посмотреть. Открыл муж, посмотрю на свои растения. А, и вот эти кругленькие тоже она мне переломала. Смотрите, на самый интересный горшочек с интересными упала. Прыгнула. Ладно, что у нас тут? Вот эти должны потихоньку набирать цвет. Они когда цветут? Осенью. Кажется, вот эти открывают ротики. Цвет будет? Может, будет цвет. Ну, будем ждать, в общем. Так, что у нас тут? О, вытянулись огурчики. Вот этот малышек растет, да, и другой. Неплохо. Тут и птички делают свое дело. На некоторые какие-то вон орешки тут что-то оставляют, зернышки разные. Клюют, в общем, что хотят, то и делают. Так, ты где? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не успела появиться, а уже столько мне наделала всего. Еще и в дом тянется. Зак заходит в дом, ей тоже охота. Я говорю, нетушки, в дом тебе непозволительно. Заведи ее раз, и все. Потом она не выйдет из дома. Так, все нормально. Рассматриваю, рассматриваю. Вот этот какой-то из вот этих цвел. Или вот этот. Я пропустила цветочек. А, вот этот, кажется, был. Где-то видела отцвевший уже. Ну ладно, этот еще все-таки вот цветет. Так, я неправильно стою. Сейчас повернусь. Вот они еще чуточку есть. И бутоны есть, и цветочки есть. Но не все так глубоко, блин. Каждый год так. Что они так глубоко дают? В глубине, в глубине. Так, это чей? А, это его. О, какой длинненький. Ну, вот этот ничего. Ну, тут вот тут совсем плохо. Ну, вот, вот. Сейчас пойдемте посмотрим полочку. Так, тут все нормально. Растут хорошие. Вот это так и не дал цвет. То, что дал, высушил. Но зато он нарастил себе несколько новых
веточек, вот. А что-то вон там вот есть. Ну, может еще даст. И вот это должен еще дать. Вот он, что-то там есть. Вот. Вот еще бутон. Они приостановились, видимо, у нас прохладно было. Ну, все, вчера 22 градуса было. Это было прохладно так всего. А сегодня опять уже чувствуется тепло. Уже, наверное, все 27, я думаю, где-то так. Так, ты что там делаешь? Ты мои цветочки оставь в покое. Поняла? Понял ты, кошак. Так, и тут бутончики наконец-таки. Что-то они в этом году опоздали. Ну, все нормально. Включаюсь, пойдемте посмотрим на другую. А, вот, вытягиваться, значит, точно будет цвести. И вот тут пошли детки. Ну, хорошо. Значит, молодцы. Приветик. Я сегодня в городе Халкидан. По делам приехали, и я тут гуляю. Сейчас я прошла мимо вот этой вот, скажем, этого парка. Сейчас я вам покажу. И хочу вам показать, где я брала какие росточки одного из растений, который у меня сейчас растет в саду. Покажу вам, что я взяла и что у меня вышло в конце концов. Видите вот эти вот кусты? Не знаю, если меня хорошо слышно. Вот с этих кустиков, вот тут были очень много проростков внизу. Это вот этот вот кустик, фонтанчик, который я называю. Видите, какие они тут коротенькие. А у меня получился он в два раза больше и в два раза шире. Вот так вот мы проходили весной. И вот тут вот, смотрите, ростки. Видите? Вот они. Вот такие вот маленькие. Я вот такие вот вытянула просто с земли. Они вот так вот легко вытягиваются. Вот так вот берешь и вытягиваешь. Я вот взяла несколько, и они прижились. И вот тут, конечно, за ними мало ухода, они развалились чуточку. Но у меня, видите, какие они высокие. Вот они. Это же растение. Хотела вам показать, откуда я его взяла. Вот оно. Вот так вот. Вот так вот получается. Я в жизни не думала, что у меня вырастет такой гигант. И они, знаете, ростки тут везде, тут среди газона, если посмотреть, можно найти везде. Вот даже, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот тут, возле дерева, смотрите, это тоже оно. Вот, рви, бери и рассаживай. Никто тебе ничего не скажет. Ну, такая вот тут, как сказать, парк небольшой такой. Тут очень шумно, очень многолюдно. В магазинах очередя, потому что запускают всего по 2 человека в магазин. Вот. Ну, я прогуливаюсь. Что-то пошопилось, как говорят. И, в общем, жду, меня муж заберет в какой-то момент. Заодно вот так вот вам чуточку покажу. Центр у нас очень хороший. Вот тут вот в городе, к которому мы, скажем, относимся к городу. Есть все, 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 все. Даже в том районе, где я раньше жила в городе, не было столько магазинов, столько всего, сколько есть тут, вот именно Халкида. Вот тут вот в городе, внутри какие хотите магазины, на любой вкус, на что хотите, можно найти. Вот нам сейчас легко так, не надо ездить в разные районы и что-то, чтобы купить. Все в одном районе собрано. Вот так вот нам повезло. И еще один, скажем, это еще... Одно, как сказать, слово не придет в голову. В общем, еще один плюс, за который я просто обожаю и рада, что я переехала жить сюда, на этот полуостров. И к нам так близко вот этот город, старый город Халкида. Сейчас я покажу, может быть, что-нибудь цветочное покажу, цветущее, скорее всего. Детское развлечение в парке. И вот так вот. Ой, как мне нравятся эти арукарии. А которые я растение назвала арукарию, это алуказия. Видите, слово как похоже, я просто перепутала. А арукария у меня тоже когда-то была маленькая. Посадили мы ее, и одно лето отключили воду, и не поливалась, наверное, больше недели. Мы приехали, она сухая, и не только она, а много растений. Такое тоже было. А вот там вдалеке олеандры цветут. Так, тут-то... Маленький, как его, скажем, паровозик катается, катать людей. Ну, не знаю, если сейчас он работает, конечно, кажется, нет. В общем, центр, самый центр нашего полуострова. Тут всегда, почти всегда вот так.
смотрите, что я обнаружила возле мусорки. Так, это фикус, как его, Бенджамин. Смотрите, простой зелененький. А это фикус аллеи, как его. Смотрите, какие ветки. Видите, какую красоту? Тут такие ветки, бери, не хочу. Ну вот я задумываюсь, взять мне или не взять. Вот такой, конечно же, я у меня не рос никогда. А вот такой бы я хотела попробовать. Что вы думаете, возьму я или нет? Я, конечно, подумаю, а вы пишите в комментариях, взяла я или не взяла. Не плачь, она спустится. Где она? Ты где? Ну вот, вот так вот у нас. Весело-весело. Так, темновато, да? Темновато видно. Еще темней. Вот. Косечка, давай спускайся, а тот Зак уже не может без тебя. Так, ну давай я тебя буду ловить сейчас. Ой, смотрите, мы взяли ошейник, как его называют, с колокольчиком голубенький под его глазки. Ой, как он его хотел снять. А теперь бегает, прыгает, и мы слышим, где он находится. Смотрите, колокольчик звенит, и мы его слышим, где он. А так мы не могли понять, он прятался, и мы не знали, где он. И Зак слышит, где он. Эй, идем, идем. Дзякули, дзякули вокруг дерева. Он не может, как сказать, не то что понять. В общем, ему, видимо, обидно, что она может везде, куда хочет, уходить, залазить, вылазить. Ты так красиво лежишь там, а ты посмотрите на нее. Его. Эй, эй, ты где? Посмотри сюда, сюда посмотри. Ну, конечно, сейчас будет прыгать, прыгать. Давай спускайся, Зак уже плачет. Эй, какое хорошее дерево, да? Главное, в первый день боялась она, он. А на второй день уже смотрю, все наверх. Быстро освоилась. Кошка. Зак? Зак? Мой мальчик. Павло, ну что, еле принесли с гаража. Вот такой он. Так, выкопали место, принесли. Ну вот, чуть-чуть для вас поснимаю. Но я помощница, я не могу снимать, а муж сам будет делать. В общем, сейчас я покажу, где мы его пристроим. Так, вот тут выкопали, который был тут клеродендрум. Он, вон он. Чуть-чуть сюда. И вот тут он будет вот так вот посажен. Сейчас. Павел, ты сам его сможешь поднять? Стараюсь. А ну-ка. А я буду снимать. О! Павлу, какой ты крупный, но он вообще крупный. Что ты перед ним коротенький. Так, ты его поставишь, да? А какой стороной? Потом мы посмотрим его развернуть. О, вот так вот прям, видишь? Вот как надо. Хорошо. Так. Сейчас я посмотрю. Наверное, вот так, как он и стоит, так он и будет стоять. Примерно. Так, отключаюсь. Вот кактус. Вот тут. Почти сзади розы. Сейчас посмотрим. А другой вот на расстоянии. Ну, может, его тоже придется потом куда-то в другое место. Павел, пока его не развязывай. Сперва его сделаем, потом. Да. Так, а ну-ка, ну-ка. Сейчас я издалека. Вот так. Вот так будет мой кактус. Видите, где он будет? Стоит. Он стоит. О, молодчина. Я думаю, ему там неплохое место. Он будет прям вот сеньор. Сеньор Педро будет прям возле беседки. Охранять. Сторож. Сеньор Педро. Вот так вот. Ну все, пойдем мы его сейчас посадим. Потом, когда закончим, покажу. А вот и кактус посажен. Все, справились мы хорошо. Вот так вот он вот тут в земле. Очень даже хорошо. Привяжем чуточку к той трубе на пока.
пока пусть приживается. И вот так вот, думаю, совсем уж и неплохо. Сейчас давайте пройду, посмотрим издалека на него. Наш сеньор Педро. Вот так вот. Ну ничего. Вот так вот клумбочка. Там есть кактус. Тут кактус. В общем, много кактусов. Мне нравится. Будем видеть верхушки. Тут все зарастет. Будем видеть верхушки. Я довольна.